И буквально недавно завершилась торжественная церемония награждения победителей и призеров юбилейного 15-го рождественского турнира. Белорусской дружине удалось в 12-й раз в истории стать обладателем Кубка соревнований. Под сводами Чижовка-арены вновь прозвучал гимн нашей страны в честь победителя команды президента Беларуси. Эта очередная победа принесла множество ярких впечатлений, в первую очередь нам, зрителям и, конечно же, самим игрокам. Причем любительский статус соревнований в этом случае играет только на пользу, ведь абсолютно все участники собрались в Минске в первую очередь для того, чтобы получить удовольствие от игры, пообщаться с болельщиками и вновь убедиться, хоккей – спорт номер один в нашей стране. В своем развитии он все больше приобщает к здоровому образу жизни и молодое поколение. Ведь рядом с ветеранами на льду и начинающие хоккеисты – победители детского турнира «Золотая шайба», который прошел параллельно с основными состязаниями. Для ребят это отличная возможность пообщаться с легендарными спортсменами, да еще в такой атмосфере. Эти моменты запоминаются на всю жизнь. А вот протокол соревнований зафиксировал свою обязательную статистику. Лучшим бомбардиром турнира признан белорус Павел Белый. Самый надежный вратарь соревнований Алексей Егоров из российской команды. Лучший защитник Даниэль Корса из нашей хоккейной дружины. Ну а нападающим турнира стал финн Тони Макиаха.